Ну что, друзья, давайте поаплодируем. У нас 15 секунд до начала. Нужно настроение, нужен позитив. Яна не может начать говорить, пока вы не хлопаете. Плохо хлопайте, не говори все еще. Вот, а то как я один-то буду стоять, говорить, а Яна молчать. Ну что же. Дождались! Ну, наконец-то! Мы снова здесь, снова на телеканале «Жара». И в эфире самого долгожданного шоу «Жара в Вегасе». Вы готовы петь и танцевать? А готовы узнать, кто сегодня будет? Ну, во-первых, мы. Ох, неотразимая Яна Кошкина. Потрясающий Константин Тарасюк. И ваши, и наши самые любимые артисты. Алексей Воробьев, Назима, Клава Кока, Файста Фэмили. Кирилл Мойтон, Космос Гёрлс, Андрей Гризли, Катя Ростовцева. Юлия Савичева, Глеб Ширко, Побег. Ой, все, Костя, я уже очень хочу танцевать. Давай зрителям нашим дадим такую возможность. Да кто ж против, я тоже хочу танцевать. Я думаю, все готовы. А главное, готовы наши артисты выйти на сцену. Ведь это группа «Космос Гёрлс». Thank you.
Выступает группа «Космос Гёрлз». Каждый раз я так смотрю и думаю, начинаю, что да, пока не умеет танцевать. Нравится, да? Тебе, правда? Да и не только мне. Я видел, как ты первую песню, всю песню снимала, стояла с телефоном. Ну это правда. От песни «Я худею», я прям скажу с ума. А так худеть только хватит, а то уже ты исчезаешь из поля зрения. Раньше так смотрю, ох, Кошкина все собой забила. А сейчас... Кошкина? Кошкина? Ах, вот ты где. Ян, скажи, пожалуйста, а ты бываешь когда-нибудь злой? Конечно, мне кажется, каждый человек бывает злым. Ну вот по тебе не скажешь. Мы привыкли, что ты такая прям. Ну а то, что ты злая, нет. И ты что, прям берешь и можешь тон поднять на человека? Ой, еще как. Что, ты даже ругаешься? Что, бывает такое, что ты можешь. А ты посуду бьешь дома? Да, я очень люблю это дело. Это ж сколько сервизов надо дома иметь. Буду знать, что тебе дарить на праздники. Скажи, и последнее, а ты даже на меня можешь тон поднять? Очень даже могу, если ты меня выведешь из себя. Не буду рисковать, зато знаю, что у нашего артиста следующего тон идеальный. Он его нашел и даже называет себя «Мой тон». На сцене Кирилл Мойтон! Женоплет, как дела? Как настроение? Я знаю, что вы еще немного не готовы. У меня для вас суперская летняя песня. Я хочу увидеть вас всех, услышать вас всех. Вы готовы или нет? Дайте руки в воздух, если вы даже не готовы. Молодцы. Давайте споем быстренько куплетик, выучим слова. Запоминаем. Поехали. Будильник достал, звонит, укрою тебя. Ты в маке моей, мало все спит. Проснемся тогда, когда будет прилив. Ветер
вертолёты для аперитива. Запоминаем сейчас слова. Закати завалят. И мы опять в бар танц, танц, танц. Закати завалят. Запомнили? Поехали, Женя! Будильник достал, звонит и звонит, звонит и звонит, ты крути, брат, ты в маке моей, мало и все спит, проснемся тогда, проснемся тогда, когда будет принят, ветер соленый, на опереди, совместный, на шагате самолет. Что сейчас так активно обсуждают по радио, телевидению и в интернете? Да, что на Евровидении опять с голосованием не то, что Лазарев стал третий. Я думаю, все мы это прекрасно уже слышали и немножечко устали. Да нет же! Что надвигается самая настоящая жара! Яночка, если ты не заметила, то прям несчастная, не прохладно шибко. Костя, с намеками у нас с тобой сегодня очень туго, поэтому скажу прямо в лоб. Надвигается ежегодный фестиваль «Жара» в Баку. А так сразу же не надо, нельзя было что искать? Вот так и надо. С 25 по 28 июля на побережье Каспийского моря уже четвертый музыкальный фестиваль «Жара» в Баку. 360 дней подготовки, 200 артистов, более 20 часов только хитов. Проведи самое незабываемое лето вместе с нами с 25 по 28 июля на фестивале «Жара» в Баку. Полетели с нами. Ну а мы уже готовы лететь дальше, тем более, что на сцену сейчас выйдет любимица миллионов. Ее песни стреляют вот точно в сердце, потому что так их исполнить, так чувственно передать может, мне кажется, немногие. Да вообще может только она. Чувственная красотка, невероятно талантливая артистка. Встречайте! Вашему вниманию, на зима!
что после этого останешься с носом. Все твои папы говорят о том, что ты не пользуешься спросом. Папины деньги и мать поменяли по номеру брата. Ты катаешь тело, думаешь, что трудно, ты катаешь вату. Что ты ходишь всюду со мной, а ты там? Хочешь знать о детстве, дай вату, а что ты тянешь время, как бабуга? Спросишь телефон, я тебе не дам. Что ты тянешь время, как бабуга? Что ты тянешь время, как бабуга? Ты не заводишь на меня все, что можешь завести. Это лишь свою тачку. Перестань меня искать, я тебе не по зубам. Это же у твоей жвачки. Что ты хочешь сюда со мной по пинкам? Хочешь знать о детстве, дай по губам. Что ты тянешь время, как бабуга? Сможешь телефон, я тебе передам. Все вместе, что ты тянешь время, когда бабуга. Что ты тянешь время, когда бабуга? Впервые бабуга. Я слышу бабуга. Что ты тянешь время, когда бабуга? Ты тянешь губы свои, но тебя жду не поцелую. Я думала на свои пути. Уходи. Очень хотела, чтобы вы сегодня зашли в TNT Club и проголосовали за лучших. За команду Блэкстар, конечно же. Ну что, беги. Кто знает слова, давайте.
Спасибо. Если вы вдруг отвлеклись на мой прекрасный лук и не заметили двух девушек, тогда скажу, неудивительно, потому что на первом этаже здесь ЦРК Vegas Crocus City вы можете найти подобные вещи, да еще и со скидочкой 20%. Говорите кроккодовое слово «жара» и идете в Concept Store ровно за стойкой регистрации на первом этаже. Бегом. Но после концерта, потому что у нас прямой эфир и нам нужны люди. А, кстати, да, девчонки, ну пора бы уже представить, что молчите, перебивайте меня, врывайтесь. Всем привет! А я Валерия Калинина, ой, я тоже рада вас всех видеть. А я Константин Тарасюк. Пойдем дальше по сценарию. Так вот, у нас есть интересная информация для всех, кто заканчивает обучение в школе. Вот-вот. Это не просто интересная информация, это просто замечательная информация, потому что речь идет о выпускном. А если быть точнее, про Крокус выпускной 2019. 20 июня в Крокус Сити Холл соберутся самые трендовые артисты. Джиган, Ольга Бузова, Рауф и Фаик, Натан, Назима, Артем Качер, Мод и многие другие. Такой праздник ни один школьник никогда не забудет. Конечно, ведь там будет еще красная ковровая дорожка, фейерверки и вообще незабываемая дискотека. В общем, всех школьников ждем 20 июня в Крокус Сити Холл на роскошном вечере. Всю подробную информацию вы можете найти в интернете. Кстати, об интернете. Я там нашел весьма интересную информацию о нашей следующей исполнительнице. Мне кажется, я даже знаю, о чем ты ведешь речь. Ну-ка. О том, что недавно она выпустила песни в стиле шансон, а сейчас перешла в категорию поп-музыки. Именно. Да еще как перешла! Ее трек разрывает все цифровые площадки, а сейчас она разорвет нашу сцену «Жары» в Вегасе. Надеюсь, оставят ее в целости и сохранности, но зрители точно будут танцевать вместе с ней. На сцене Катя Ростовцева! Встречай! Почему так тихо? Веселее, веселее, ручки выше, поехали! Но где же вы, мужчины? Моей мечты широкие письмены, что спрятать должны. Как хочется укрыться за каменной стеной и в нежности забыться. Но где ты, мой герой? И кто привез он? Подумала тоже буквально и вновь совсем не был он. Но в память мужчины реально мужчина, такой был брутальный. Машина совсем нереальный. Мужчина, а можно я вам приснюсь? А можно я вам приснюсь? А можно я вам приснюсь? Но как тут не влюбиться, когда он таков? Нам все не согласится и стать крепостным. Быть слабой, беззащитной, единственной женой и в нежности забыться. Но где ты, мой герой? И как ты лицом подумала только буквально и вроде совсем не лом. Но пахнет мужчина реально. Мужчина такой вот брутальный. Машина совсем нереальный. Квартира, я вас боюсь. Мужчина, а можно я вам приснюсь? А можно я вам приснюсь? А можно я вам приснюсь? Мужчина, а можно я вам приснюсь? Мужчина,
мужчина, однажды ты проснулась. Спасибо. А мы перенеслись на диваны и самое